каждое утро. Что выросло? Деревья, их тут не было вот так вот. Такого вот. Ну, рандомно выросли. Все, я иду в эту, в пещеру. Вот эти деревья ты говоришь, ну, да. Значит, вырастают. Единственное, только мне нужно это. Кому тыкву отдать. Чувиха. А я иду не воевать. А, я иду воевать, мне надо эктоплазму собрать. Там просто 3 дня дается. Требуется охотник на слаймов для истребления красных слаймов лавовых пещер. 4 штуки 500 рублей. О, я тоже сейчас возьму тогда. Ладно. Я иду не воевать. Ну-ну. Открывай, давай. Что ты хочешь отдать быстрее? Вот она. На, тыкву. О, тыква, спасибо. Это хоромы, конечно. Сделал тыкву? Она там дома у себя сидит. Нет. Я настолько увлекся этой рыбалкой, что вообще про все забыл. Так, сколько надо эктоплазмы? 500 просто за тыкву дают. Угу. Тащи. Ага, одну эктоплазму надо. А у себя дома это где, у Пьера? О, в магазине. Да, вот туда дальше она там. А как дверь открыть? Стыкнуть. А, все, понял. Блин, вижу снег. Блин, нет. Ой, блядь. Туда, вон там, на кухне. Нет, у этого. Значит, съебалась. А, вот она. Откуда она там появилась? Зелёные волосы. Не, я понял, откуда она там появилась. Thank you.
Нет, сначала на 60. Что? А, я предупреждаю. Ты одну поставил? Я все шесть поставил. Я тебе, блядь, сказала одну поставь. В чем была проблема одну поставить? Они исчезли. Я тебе сказала, поставь одну сначала. Нет, нахуй, все шесть надо ебануть. В чем была проблема поставить одну? Так, ты на каком уровне? Блин, 18 слитков. Я просто не понимаю, почему, ну, как бы сложно было поставить одну. Во-первых, я даже не помню. Ну, не сл... ну, может... Посмотри записи. Я говорю, я когда не... ты в первый раз заикнулся... если я говорю не помню, я говорю, значит, не помню, а не значит, что этого не было. Ты на каком этаже? 81. Все, я сделала задание, это чудовище стрелить. Теперь я иду за поплазмом. На каком холодном этаже? 60-й. Ну, на 50 тоже есть. Только, блин, как призраков искать? Их так тяжело найти. А, вон он. Давай сюда иди. Лети сюда. Ах. Чё? Эктоплазма, солнечная эссенция. Это же она? Я не поняла вопрос. Слушай, знаешь что? Открой, пожалуйста, когда у тебя будет возможность. Открой задание. Я просто не понимаю, собрал ее или нет. А? Ты ее не собрал? Я не собирал. То есть все, теперь к волшебнику идти надо. Ну, видишь, написано, принесите ее. А, нет. Нет, я просто... Нет, эктоплазма. У меня нет штуки под названием эктоплазма. Значит, не выпало еще. Да, просто я призрака убила, с него только солнечная эссенция выпала. Не знаю, как призраков искать. Просто, ну, как бы логично, что если здесь подземелье обновляется, блядь, значит, как бы... О, призрак. Давай сюда, призрачек. Нет, солнечная эссенция. Мне кажется, мы не сделали. Камень, рыба. Поймал. Что? Что это такое? Камень, рыба, так называется. Еще призраков нет. Ну где вы все?
Блин. Короче, я не знаю, как достать эту эктоплазму. Это очень тяжко. Уже ночь, блин, на дворе, мы не успеем. Рыба, блин, он же так и назвать, она будет просто как кирпич. Ну где, покажи. Кирпич окон, ща. Вот, смотри. Кирпич. Сходи на следующий день, это, возьми с собой тряпки и мухомор, и сделай этот... Чё? Ну, к этой, сходи, кто шьет. А. Туда, в дом, и сам попробуй сшить. Где просто... мышь? Нет. Я просто... Чувихе, швее. Ну, то есть в дом просто ее заходишь и сам шьешь на машинке. Она вот здесь. Вот в этом доме она. Угу. Синим. Просто я не могу. Я пришла, мне сказали, типа, ты не умеешь, пошел нахуй. Все, я возвращаюсь. Так, все, спать, Ксюша. О, горное дело. Шахтер одна еда руды нажила. У меня боевые навыки. Драгоценные камни могут появляться парами. Тебе появлялись драгоценные камни парами? Возможно, я не замечал. Ну, я возьми, руду, да, руду возьму лучше. Как-то без нее трудно. А что у тебя там было? Я не успела посмотреть. У меня просто выросло это горное дело. И ой, боевое точнее. Что дали за него? Дали выжиматель яиц и еще что-то. Возьми тряпки. Угу. И мухомор.
А почему не все выросли? Почему они рандомно растут? Кто? Это сено мое. Опа, сколько осталось? Двадцать два из 25, блин, давай уже. Может, сено будет золотым? Конечно же, да. Одно есть золотое сено. 23 из 20. Блин, два осталось. Два, Карл, два. Я сделаю это говно. Не дай бог мне не дадут 100 тысяч. Осталось 8 дней. Ну, я думаю, за 8 дней ты успеешь. Ну, за 8, да, они вырастут. Отнес... Мухомор, это... Какой гриб конкретно? Красный. Возьмем все. Это... отнес тыкву? Да, тыкву отнес. Собак, выйди, пожалуйста. Попробую сходить к челику, может, он мне топор мой вернет наконец-то. Вот в этом доме, да? Да. Ну, иди вон к швейной машинке. А где она? Да, не туда зашла. Нет, это не тот дом. Это не тот дом. Рядом наш, вот в этот дом. Все увидел. Так. Ну, холод прежде надо воткнуть. Да, допустим, пусть будет включен. Сейчас, один вот. Да, один. Острая косынка. Наверное, то же самое. А попробуй... Не, вот это зеленое. Вот это штука зеленая. Все, попробуй. Можно здесь выбрать? Не, выбрать нельзя. А, ладно, это вот получится рубашка это какая-то. Зеленая, попробуй зеленую. Я тоже хочу, блин, почему мне не дают возможность? Дебилинка. То же самое, только беленькое. А мне как это делать? Может быть, из мусора, чтобы у тебя появилась тряпка, должна получиться? А как, из какого мусора тряпка была? У меня из бумаги она получается. Из бумаги? Где бумага? Да, я попробую. Но вряд ли. Ну давай попробую сделать. Конечно. Ты можешь загуглить просто тогда, когда она там появляется. Просто у меня уже, блядь, пол игры прошло. Даже больше. Ничего не понимаю. Ну, допустим, вот этот топор будет рубить вот эту шнягу? Да, будет. 10 лет надо рубить. 8 из них выпало. Простого дерева? Нет, твердые древесины. Оставь мне там немножко, тоже хочу их подолбить. Хорошо. Одно тут оставлю тебе дерево. Хотя их тут еще до хрена валяется, так что... Ну-ка, а если обычное дерево долбить? Нет. А где тогда брать твердую древесину, я не понимаю. Как тогда быть? Ч,
что за херня? Так, говоришь, из чего делается тряпка? Ну, из по крайней вот этого? Мере... Мокрая газета? Да, из мокрой газеты. Что за достижение? Сделай сам. Нет, это свечка получилась. А там рандомно. Может, еще одну поставить? Три свечки. Ну, ладно, три свечки. Опять свечка. Я говорю, там рандомно. Это не особо прям... Не знаю, у меня ни разу. Ты уверен, что точно из мокрой газеты вот из этой? Да. У меня только свечки делаются. Мне, походу, что-то ты не прав. Ну откуда-то же они появлялись, там все равно. Ну скажи, что-то другого. Там всего три вида мусора, четыре. Палочка, просто мусор, мокрая газета и очки. А, и диск еще. Из очков и дисков чаще всего, в большинстве случаев, получается этот... Кварц. Из бумаги чаще всего получаются либо свечки, либо вот эта тряпка. Не, тряпки вообще не... Я уже, наверное, раз 10 закидывала и, короче... Ну, вот, знаешь, сколько я этих свечек уже наделал? Я же ловлю много и много этого мусора вылавливаю. А его там не очень много.
Значит, ну, я имею в виду в этом в ящике, я просто много его переделываю. А за все время сколько он? 5 тряпок всего лишь получилось. Я могу хилку сделать, именно хилку. Хиляющее зелье, да. А из чего он делать? Ну там из грибов. Оно дает 200 энергии, 90 здоровья. Угу. Ты на следующий день пойдешь? Короче, нет, я все, весь мусор закинула и ни разу не получилось. Ты на следующий день пойдешь к кузнецу? Завтра, то есть? Да, да. Тогда как пойдешь к кузнецу? Там есть у нас этот... Жиоды сначала, сделай жиоды у него, а потом проси тебе этот сделать. То, что иначе, ну, он потом не будет заниматься жиодами. Он будет, блядь, твой топор дрочить. Ой, давай жоды потом. Почему? Ой, я не хочу их призвать. Они место занимают, а я порыбачить тогда не смогу. Ладно. Я как только эти жоды беру, у меня все полностью забит. Ладно, я тогда сама. А у нас слитки есть, да? Остальные. Сама пойду тогда живоды делать. А, ну 4 слитка стальных. А там 5 надо, да? Да, ща тут еще можно сделать 2. Сейчас сделаю. Давай я тогда улучшу эту кирку. Для начала. Все, возвращаюсь. Да, мне ни разу не упал. Здесь подыхает. Короче, эктоплазм мне успели сделать. О, фермерство, уровень 6 плюс 1 к обращению с лейкой, с мотыгой, новый рецепт забора с твердой древесины. Где мне взять эту твердую древесину, идиоты? Новый рецепт пресс для сыра. И высококачественный сфинктер, блин, спринклер. А он, наверное, ну-ка, насколько много он? Ты кирпич продал? Один. Ого, кирпич 562 стоит. Свечки. Ну-ка, насколько он больше бьет? Это, конечно, если он очень сильно бьет, то тогда имеет смысл в шахматном порядке ставить. Ну-ка, ну-ка. Он бьет 8 смежных клеток. 8 это он походу бьет, ну, крестом и еще, ну, короче, полностью квадратом, наверное. Интересно. Ладно. Почему оно высыхает, я не понимаю. У меня больше нет семян никаких. Я, наверное, больше не буду сажать, а то зимой все пропадет. Правильно.
Я дособираю все, что здесь растет. И все. Потом зимой и зимние буду сажать в первый же день. Жахну, блин, все сразу. А как ты говорил, типа, что-то какие-то можно эти вещи поломать или что, и получить 50%? Продать. Это улучшить нужно корзину. Какую корзину? Какую корзину? Корзину в эскейпе. А, в эскейпе? Где в эскейпе корзина? Вот эта корзина. Вот это? Да. Это помойка. Ну, корзина. Она продает? Она нет, просто она выбрасывает. Уничтожает. Но ты сходи к этой, это у Ровен, да, по-моему? Нет, это... Не-не, это у этого, который топоры улучшает. У него помойка улучшается. Заметь, по-моему, улучшается у него. Угу. Ну там медь, наверное, золото будет. Тогда улучши заодно и помойку. А и я уже... Медяную. Блин, а я уже это, убежал. Возьми, все равно с 10 открывается. А, ладно. Я все равно я пока живоды буду долбить. Иначе просто я не смогу. О, супер задание можно взять. А, радужное желе. Мне нужно выслеживание редкого опасного радужного слайма в местных пещерах. Который нас убил. Угу, 7 дней. Либо за 7 дней по неизвестным причинам местная популяция рыб вида озерная выросла до угрожающих размеров. Мне нужен местный рыболов, чтобы выловить часть рыб. Я это... Принимай задание? Конечно, принимай. Я все ждал, когда будет там... Там, короче, ну, мега рыбы. Вот будешь ловить. Где улучшает топор, там 7 дней тебе дает. А я пока живот. Как животы расколоть? Здесь? К кузнецу, да, подходишь и колешь. Подхожу к кузнецу, расколоть животы. И перекладываешь животы на... Нет. Или дай ей сюда. Так, тогда пока ты колешь, я не могу с ним ничего сделать. Да. Просто, ну, я хочу все расколоть. Потому что он столько классных штук дает. Гранит, орпинет какой-то. А куда ты складываешь вот этот вот... вот эти вот... Громокамень? Куда ты? Я его что-то не видела. Ты его весь продал? Он один был, я его отнес этому... По-моему, два было. Грюнтеру. Да. Колю лавовые животы. Угу. Глина. Откуда животы падают нам, я забыла? Из подземелья. Иногда мне... Нет, я имела в виду из подземелья. Откуда конкретно? Яшма. Они из всех падают. В разных подземельях. Иногда падают из сундуков. Океаниум выпал. У вас недостаточно места в инвентаре, блин. Золотая руда, медная, железная. Улучшить. Да, мусорку медную сделаешь. Ладно, у него попроси. Сначала мусорку, а потом этот топор. Хорошо? Ладно. Походу бинтера пожертвую. А, подожди, пока полови. Сейчас я сначала пожертвую и доколю желоды. Передать находки. Это что за покашка? О, ферма Бру. Пожертвовал 40 примеров. Убрать подарки. Редкое пугало. Тоже черное, которое? Нет, другое. Оно вот такое, маской. Это другое редкое пугало. Их там 10 штук, и надо все собрать. И будет, наверное, достижение. Так, природный баланс. Так, по неизвестным мне причинам, местная популяция рыб озерная выросла до угрожающих размеров. Нужен местный рыболов, чтобы выловить. Так, озерная... Это... Ладно, пока это здесь будет озере, ловить. Да. О, морозное животное, наверное. Это что такое? Пирит. У нас уже был пирит, по-моему.
Я ему камень не могу продать. Потом. О, подожди. Я еще не доколола, мне 3 жёлуда осталось. Так, я пока посмотрю, какой мне рыб-то ловить-то надо. Все, все расколола. И камень феи. Все, можешь у него там что-то просить. Передать находки музея. Во. Эту штуку передам. Так, улучши мне мусорку. Выкидывая предмет, вы получаете 15% от его стоимости. А-а-а, я 2 раза первый артефакт, этот свиток, получала и 2 раза его, короче, продавала, думая, что он есть, а его нету. Красный такой. Я просто была уверена, что он там есть. Ну ладно. Как бы говно из жопы. Пойду посмотрю, что на пляже. Может, там какие-то новые ракушки есть? Ой, Вилли. Мне нравится, ты погляди, как поперли. Хочешь тоже? Да-да-да, сейчас приду. Что это? Сейчас-сейчас-сейчас приду, я просто рыбку ловлю. Это твоя жучиная плоть отлично подошла. А, это продолжение типа. Да-да, квест, который мы сделали. Сейчас, вслух можешь не читать, хорошо. Я сейчас зашел уже тоже. О, блин. Ого. Потом поржешь. О, это для тебя. А, короче, ничего нет. Высококачественный поплавок научился. Ага, я тоже. Только зачем он мне? Повышает качество вылавленной рыбы. О, ты его, кстати, можешь сделать. Там медный слиток, сок и солнечная эссенция. У нас вроде как раз все есть. Блин, ничего нет на пляже. Я подумала. Что здесь что-то нет. Я здесь еще половлю рыбу. Короче, ага, кроме кораллов ничего и нет. Нет, в озере тебе надо крупную вылавливать. Да, я знаю, мне просто сейчас... Поздно уже. Да. Ты... Девятнадцать тут и 19 здесь. Прям четко одинаковое время на моих часах. Природный баланс. А, ну это ты сделаешь. 20 рыб тебе надо выловить. Продукты, 2 штуки, живичью, корзину. Вот это не понимаю. Принести сноп амаранта. Я прошу, конечно, прощения, но что это? Что такое сноп? Что трава, такое наверное. Амарант? А, то есть типа... По типу пучок. Я поняла, пучок какой-то травы под названием амарант. Типа так, что угу. Ладно. У меня такого в помине нету. Амарант. Нету. Артишок у меня есть. Не подойдет?
Блин, кораллы имеют качество. Что бы это значило? Куда их вообще девать? Они просто, ну, они имеют качество. Звездочки. Что это значит? То в плане. Что значит качественный коралл? Я имела в виду, что качество, я думала, влияет только на хавку. Ты помойку улучшил? Ну, она улучшается. А, улучшается. Может, из мусора? А вот смотри, есть просто мусор, такая куча просто мусор. Из нее что не делается в, вот в этой штуке? Делается. Вот то, что написано мусор, кроме Джоджо. Банки Джоджо. Я имела в виду, из нее делается ткань? Я не знаю. Ну, в плане не обращал внимания. Ладно. Тебе, возможно, нужно достать из ткани, ну, из мусорки. Ну, я, да, это я поняла. 9 семян тыквы. Ну, тыква быстро растет. Рискнуть. Попробую посадить на скоророст, которого у меня, конечно же, нет. Скоророст, гребешок и смола. Я сопру у тебя 4 гребешка. Да. А можно еще 3 сопру? И, короче, сделаю это. Посажу тыкву на скоророст. А у меня смолы нет. Сосновая смола. А у меня ее 8. Фух. А, черт, я сделала много. 35 он пачкой делается. По 5 штук. Скоророст? Ну, да. Ну и ладно, как бы он всегда нужен. Сейчас я тут на бодиаже. Сколько времени? 0-0? Да, я не успею. Да, я уже не успею. Ладно, на следующий день сделаю. Спать. Я тоже. Один всего лишь. Странно, мне раньше много давали. Потому что нет. Надо было его понять. Ох, мне еще и поливать надо. Давай, два, пожалуйста, два. А, блядь. 24, блин. Ну почему так трудно, блин? А вот еще кукуруза есть. Может, кукуруза, давай, один. Не прокатило. Mm-mm. Так, что мне нужно для новый высококачественный поплавок? Мини-слиток.
Так, а насколько хватает? Я иногда вижу, у меня снасть ломается, что ли, или... Там написано? Так, где пойти ловить? Вниз пойду, возле... Семена, по идее, можно как-то семена делать, потому что, например, вот у меня есть, я могу делать дикие семена. Рецепты есть. Да, и могу делать дикие семена на весну и лето. Из ягод. Ягоды не продавай, мне надо из-за семена делать. Не продаю. Ну, я имею в виду, мало ли. Блин, мне нужен еще один. Кукуруза, баклажан, тыква, батат. Кукуруза, баклажан. И поскольку их надо. Так, шет, это у нас что? Пасеками в море, блин. Я в пруду ловлю. Помидор, перец, а, черники нет, я там даже чернику. Перец. Ай, помидор. Я нельзя трогать. Так, озерная рыба какая, где? Сонок. Живка. Снова смола или... Короче, какой-то... Пушистый горох и острая ягода. Какой вот этот звук? Не знаю. Что за звук? Может, этот пугало отпугивает? Может быть. Сом. Чем бы сома положить? О, один железный, один золотой слитки. Звездный стал, слеза и класс. Пойду это. Подарки в клубе. Закладывать? Да. Делаем. О, наконец-то пошла. Давай потом перерыв сделаем. Угу. Древнее семя, артефакт. Улей дали. Просто улей. Да.
баг, по крайней мере, является. Этим. О, 30 летних семян. А что за набор готов? Какой набор? Он дубовый смол. А, это набор, имеешь в виду. 5. Какой-то еды. Кулек сделала. Угу. Кулек. Я забыл просто. Что там где? А, узелок. Угу. 30 осенних семян. Спасибо, конечно. Ну ладно, я их оставлю на следующий год. А уже просто, ну, в этом году... Чё-то, ну, стрёмно мне. Вдруг не получится. Чего я беру? А, это деньги. Хочешь денег пожертвуем? 2500. Можно? Потом. А, потом? Я просто хотел посмотреть, что там за 2500 будет. Стандарт там. О, 5 крупных живот. И одну плавильную печь дали. О, смотри, 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 смотри. Просто смотрю. Я сделала одно дерево. Потом следующее дерево. Одну комнату ты мешаешь? Да, одну комнату. Мы Джуни, мы хранители леса. О, смотри. Да, ага, чистая комната. Да. Ну, тут я ничего делать не могу, это просто комната остановилась. Класс, красота. Это задача на игру, по сути. Ой, тащит одну звездочку. Сюда, смотри, приклеит сейчас. Шмяк. Есть. Ой, на этих похоже, блин, на человечков, блин, деревянных, из Каркасона. Миплы. Да, вот, все пыталась вспомнить слово, миплы. Блин, столько подарков они мне дали, классно. Самое главное, они дали семена. Они... Зато у нас есть второй улей и четвертая печка. Блин, когда я апну 10 уровень, интересно. Ну, это явно не скоро будет. Далее еду. Тоже очень собирательство и два защита дали. Ну, то есть прям как раз идти в рейд. В рейд, блин. В рейд. Рейд. Shadow Legends. Короче, у нас это, вот эта комната, это мусорка какая-то.
эти трофейные. Ну, потом я все это буду расставлять по комнатам, когда у нас будут комнаты. Пока так скажу. Вот этот день, где живем, и перерыв делать. Можно я срублю вот эти деревья, которые мне мешают? Здесь одно дерево, оно мне мешает. А на другие я повешу. Вот тут. Это такое? А, это грибное дерево. Это, короче, мухомор размером с дерева вырос. Смотри. Фига себе. Я на него могу повесить вот эту штуку, и она будет собирать грибы мне. Вешай. Повесила. Правда, у меня грибы и так собираются с помощью... Это, ну, подземелье. Да, в котором челик там разводит грибы. Все, бегу домой. 8 из 20 сделал. Угу, рыб поймал. Похоже, приближается буря, ожидаются громы и молнии. Ты его не успеешь. Успел. О, смотри. А, это эти мелкие. Духи. Какие милые. Во, 10 уровень, смотри. Ну-ка, покеш, что тебе там дали за 10 уровень? Рыболов, вы продаете рыбу на 50% дороже или пират шанс выловить сокровище? Ой, лучше рыба. Лучше рыба. Круто. Пипец, блин, нормально так прокачался. У меня вообще не... Хочешь посмотреть на мою эту прокачку, блин? Вообще как бичара. Ну, вот. Не. Вот. Офигенная прокачка, да? Ну. Ладно, ща. Я выхожу. О, кстати, мусорка готова. Мусорка готова, ну-ка. Нет, не готова. Ее забрать надо. Да, надо забрать. Выхожу, да? Да.